Всех приветствую, ребята. Погнали дальше. Шатаемся по Драксити. Или как он там правильно называется. Так, сюда. О. Чё, опять? Да хрен с вами. Подождёте. Говорят, я им тренировки испортил. Ого, прям со всех концов меня тут пуляют. А я еще одним выстрелом в него попал. Дела-дела. Сюда вообще мог пешком пройти. Это похоже на офис Дугласа, но мы не можем попасть туда. Нам надо обойти. Вот он и что. Вот какой-то сундук здесь еще. Ну что-то не понимаю, как туда залезть. Здесь не зацепится, очевидно. Что-то маловато вас тут вылезло как-то. А, это назад можно вернуться. Так вот зачем? Объективно ничего полезного здесь не вижу. О! Или вижу. О! Нашли один сундук все-таки. Такой секретненький слегка. Не думаю, что тут что-то еще есть. Хоть он и показывает, что там что-то есть. Но это, наверное, там где-то. Ничего нету. И наверху ничего нету. Хотя вот зачем этот проход тогда? Ясно? Фак! Фак! Вот поговорили. По-любому же еще что-то здесь есть. Туда. И здесь где-то еще сундук. Скорее всего, наверху. Угу. So you finally need me again, huh?
Ё-моё. Ой. Я вообще не уверен, что мне действительно сюда надо было. Ой. Ты что, пришел поиздеваться надо мной за то, что у меня закончилась краска? После того, как я уже покрыл стену. Что, мы не издеваемся над вами? Что это за хрень, этот стик ноль? Это крутой трюк в граффити, придурок. Днем ты покрываешь стену невидимым стик ноль, а ночью возвращаешься, чтобы сделать граффити, и краска прилипает только к стик ноль. Ладно, так что, у тебя закончилась краска? Слушай, ты разговариваешь с правильным парнем, я могу помочь. Угу. Медленно восстанавливается, конечно. I'm nice and loose. Ага. Не успел бы на нее запрыгнуть, наверное. Да нет, так не получится, очевидно. О, готово. Фух. Nothing you can say can fix. Сложными окольными путями сюда добирались. Там объективно, конечно, короче было. Вот на эту штуку мне надо. Зовет там откуда-то. Залез повыше, отлично. Ready, bounty hunter? Хера вас тут. По трубам еще и туда можно зайти. Эх, you know, там еще что-то. Я очень хочу, чтобы ты познакомился с Твигом. Только не говори ничего такого, что могло бы меня смутить, ладно? Вообще-то мне не нужно говорить тебе об этом. Ты все равно никогда ничего не говоришь. Ну где вы тут? Ну ладно, некогда вас искать. Тут
туда, туда, туда. А, вон, вижу, где еще один. О! Полезная штука. А, вот тут нет. Где-то еще один остался. Так, отсюда мы пришли. Какую-то краску ему там достать надо. Выше что мы и не залезем уже, да? Пу-пу-пу. То, что нам сюда, это, конечно, замечательно. Так вот, другое дело. Так, теперь туда как-то. Оп. Сейчас придумаем. Отлично. Так, 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 так. Надо ли туда? То я могу просто впустую туда сходить. Но вообще надо. Опа. Вот, сюда мы залезли. Так, а там за этим, за пиздюком, да, стоит контейнер нужный мне. Ага, он туда как забраться. И там сундук. Ну, наверное, надо все-таки как-то наверх, туда, куда нам по заданию надо попасть. И оттуда, может, мы пропрыгаем по крышам. Других что-то вариантов я особо не вижу. Ах, блин. Я же на какой-то ляд вниз спустился. Так что гоним назад. Что делать-то? Здесь ничего, тут тоже ничего. Машины постоянно летающие. Что, наверху ничего не заныкали?
Ну там как будто бы что-то есть все-таки. Ну просто... Нет, да не надо. Класс. Зря только мучился. Опа. О. Доктор Джупи, ты все еще жив. Ах, мои лучшие друзья, вот он, Дуглас, прямо за этой дверью. Не могли бы вы помочь? Мне в последний раз. Да, давай сделаем это. Плими, Фрупи, Слоупи, вот и я. Сейчас тебе, чувак, конечно же, помогу. Ого. Ого. Туда сложно допрыгнуть будет. Бля, меня тачка это сбила, что ли? Охренеть. Но зато мы до этого сундука добрались. Так, и вот на кой мне вот это вот здесь было? Надо. Хотя, с одной стороны... Он меня может катапультнуть куда-нибудь туда. Вот, например, да, вон туда. Он прям меня туда скорее катапультнет. Блин, так назад будет долго добираться. Нет, нет. Разбейте меня. Да блин, я опять выжил. Так, ладно, мне повезло. Давайте разбираться, что у нас тут. Так, так, так. Так, так, так. Так, значит, не сюда. Сюда, сюда. Все, проканало. Да, ты уже на полпути, продолжай, у тебя получится. Я не могу дождаться, когда увижу моих маленьких там всех этих. Так, 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 так. I've decided that if my family is dead, I'm going to kill myself and join in the afterlife. Don't talk me out of it. This is what love does to a person. Так, 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 сюда идет и здесь не идет. Don't feel bad if it takes you a while. It's tough, right? Okay, I know that earlier I said don't feel bad if this puzzle takes you a while, but I also want you to remember every second you take solving this is another second Douglas might be torturing and killing my family. Он там уходит куда-то в стену, а он не должен уходить в стену. Чего надо услышать? Да. Вы повелись на это, идиоты. Слава богу, вы знаете, как трудно решать.
долбанной головоломки с похмельем. Блин, значит ли это, что он... Да, я чувствую сейчас довольно глупо. Он издевался над нами, разыгрывал. Посмотрите на нас, нас разыграли, мы повелись на это, черт возьми. Да вообще плевать. Я никогда не был доктором Джупи. Нет никакого доктора Джупи. Вы в шоке, идиоты? Вы полные идиоты. Конечно же вы в шоке. Блин, вот так мне надо научиться, чтобы попадать в места все, которые мне надо. Ого. Все под контролем. Рядом. Все готов. Знаешь, что теперь босс? Мы босс. Пошел ты. Че, нож? Настало твое время. О, куда он свалил? You seriously trying to get me all excited and withhold the big climax? I need to come. It's bad for my health. Ah, fuck yeah, that's definitely the stuff. Oh, now that felt good. Это было здорово. У него была очень приятная, легко режущая плоть. Было очень легко. О. Какая-то рыбка. Ладно, придурок, пошли. Что, никаких привет, приятно познакомиться или спасибо, что спас меня? Почему, как будто ты что, не умерла без каких-то одолжений? Чего? Я Свизи, большое спасибо, что спасли меня. Как тебе это удалось, придурок? Давай, используй мой пузырь времени, чтобы сбежать через большую вентиляцию в углу. Я так и знал, пузыри времени, вот это вот все, замедление-то. Да.
You want to slow down time? It's ready. Pretty cool, right? You're gonna find out real fast that I'm the best Gatlian. Очень круто, да? Ты быстро поймешь, что я лучший Гатлиан и самый красивый. Не-не-не, давай, я же довольно хорош. Да, он типа как Узик. Понятно. Так, секунду. Ай. Дуглас, это Гарматус. Где ты, мать твою? Я слышал, ты выставил себя полным дураком на той вечеринке вчера вечером. Нехорошо, Дуглас, нехорошо. Мне нужно, чтобы ты был на высоте. Теперь, когда мы завладели этими людьми, на земле нас и так мало, и мне нужно больше войск незамедлительно, не говоря уже о том, что по всей галактике начинается потепление. Происходят большие события, Дуглас, воодушевись. Ладно, к черту. О, эти урертовые шарики. О, черт, по-моему, это фото знаменитого чувака, который изобрел микробов-переводчиков. Какого хрена он знает Дугласа? Интересно. Взорви этих идиотов. Чтобы получить дополнительный урон после попадания противника. Я что-то не понял только, что нужно сделать в итоге. Неплохо, неплохо. Smaller crystals. So just blast some normal shots, then finish them off with my super crystal. You got that, dipshit? Засыпать противника кристаллами с помощью скорострельной стрельбы, а затем использовать заряженный выстрел для их детонации. Не очень понимаю, что он от меня хочет. Упс. Они не взрываются. Вот почему они за укрытием стояли. Так, и что там? На что способен пузырь времени? От него отталкиваться можно? А, вот что. Ну, я так и думал. Невероятно, правда? Какой восторг. Знаешь, ты можешь использовать этот пузырь времени. И на G3 попробуй зарядить пузырь моими кристаллами, тогда поймешь, почему я лучший. Мы станем хорошей командой. Я это уже чувствую. Никогда не используй других гатлийцев. So what's next? You turn in the bounty somewhere? Go do that. We can wrap this up. I
сильно, опять же, понял, что надо, но пойдет. Один еще куда-то туда упал. Так, просто парень, который пукает. Ничего особенного, даже не то, чтобы смешно. Но да, он действительно постоянно пукает. Постоянно, и делает это специально. Он выталкивает их даже тогда, когда ему не нужно этого делать. Он больной на всю голову. О, что тут делаешь? О, этот заработал. Портальчик. И эти тут все повыходили. Вообще не помню, где здесь еще такие есть эти вертушки. Ты вернешься домой? Джин, блядь, раздражает. Серьезно, вернись сюда. Подожди, ее же как-то можно открыть. Ага, понятно, что вы тут от меня хотите. Тихо. А, он сюда уезжает. Блин, ну чувствую, что часть механик тут связана на этих машинах. Что вот, например, туда я просто так не попаду. Пойдем награду сдадим. Эй, парень, еще один? Да, отличная работа. Но есть кое-что, что ты должен увидеть. Посмотри после того, как сдашь добычу. Хорошо, хорошо. Иди сюда. Зацени это. Здравствуйте, жители города Блим. Как вы знаете, я предлагаю... Да, я хочу искоренить преступность и наркотики. Ну, я буду первым, кто признает, что мы не добились больших успехов в борьбе с картель G3. Картель G3 не только изменится, что-то смело берут что-то G3 в свои руки, невероятно, но они уже расправились с двумя. Он про меня рассказывает. Охотник за головами, если ты слышишь меня, пожалуйста, подумай о том, чтобы объединить усилия с нами. Встретись со мной лично в моем офисе в мэрии. Ни хрена себе, может, пойдем к нему? Я уже сказал ему, что ты идешь. Что? Нет, не начинай, поверь мне. Он законный, этот парень был против G3 еще до того, как кто-то из нас начал ходить в подгузниках. Честно говоря, я не знаю, носят ли гатлицы подгузники. Просто иди туда. Он ждет тебя. Извини, что звоню без тебя, но Клак хороший человек. А, понятно. Так, сестра куда свалила? You know, it's not as messy in here as I would have guessed. It's not super clean though either. It's kind of just in the middle. Come on. You know how hard it is to get a meeting with the magistrate? Don't keep him waiting. Портал в... А, к нему в кабинет? Ничего себе.
Огромное спасибо, что ты пришел, охотник за головами. Нет проблем, приятно познакомиться, сэр. Слушай, я перейду к делу, мне нужна твоя помощь. Вы человек, верно? Мои люди изучили этот вопрос, извините. Вы выжили при нападении G3 на вашу родную планету, Землю, верно? Но мы гатлийцы, но... Конечно, извините, я точно знаком с вашим положением. Это такая трагедия, которая произошла на Гатлусе. Вполне логично, что и вы, человек, объединили усилия с гатлийцем. Но может быть у вас найдется место для еще одного союзника? Но вы известный политик, мы тут, знаете ли, убиваем людей. Разве это не будет выглядеть плохо? Именно поэтому мне нужна ваша помощь. Я с огромным трудом сдерживаю торговлю наркотиками. Я могу сделать очень много только в рамках закона. Я имею в виду, что у меня полно дел с Гарри отравителем. Он не просто отравляет водопровод, он стал отравлять и более странные вещи, например, уличные фонари. Мы даже не знаем, как это работает. И действительно ли это проблема? Может, это нормально отравлять уличные фонари? Я немного погружен, перегружен и хотел бы больше времени уделить G3, но вы уже убили их несколько офицеров за меньше времени, чем нам требовалось для подачи одного рапорта. Так что вы видите, что можете помочь нам, но есть один способ, которым я могу помочь вам. Слушаем. Этот инструмент на моем столе поможет вам спасти ваших товарищей. С его помощью вы можете телепортировать их в безопасное убежище, которое моя команда организовала для них, пока G3 не разберется. Че? Но это действительно полезно. Ты просто даешь это нам? Но человеческий вид технически является наркотиком. Я не могу допустить, чтобы в руках моих граждан были опасные разумные наркотики. А вы не можете допустить, чтобы ваших людей захватили и употребили. Это решает обе наши проблемы. Предполагаю, что вы планируете уничтожить G3. Обязательно. Тогда спасибо. Искренне. Вы, люди и гатлианцы, вы очень там хорошие. Что-то очень много значит для меня этот союз. Я сделал дело это в своей жизни. Кто-то вроде вас в знак благодарности. Это все, что у меня есть для вас. Не стесняйтесь оставаться здесь столько, сколько захотите. Вид тут очень красивый. Понятно. Feel free to stay as long as you'd like. All right, we're back. Так, мы вернулись. Ну что, хорошо? Все прошло хорошо? Я получил сообщение, что они передадут нам все сведения о G3, которые найдут. Да не только, он дал нам способ спасти людей. Проклятие, у тебя все просто классно. Когда я охотился за головами, ничего удобнее этого не случалось. Кстати, мы должны купить тебе реактивный ранец, прежде чем ты снова отправишься в поле. Вот тебе очень пригодится, сходи в ломбард и посмотри, есть ли у них такое в наличии, и возможно вам стоит заглянуть в поварскую лавку. Он немного сомнительный, но эти диски искривления, которые он продает, могут быть очень полезны. Понятно. Что нам за штуку-то дали? О. Эта добавка увеличивает количество слизи, которую Кенни может генерировать для своих глобошотс. Вы будете выпускать целый шквал за один раз, и никто не будет в безопасности. Супер, давайте. Клак подарил нам это замечательное устройство, с помощью которого вы можете спасать людей и отправлять их в безопасное место. Это полезно, потому что в противном случае вам пришлось бы заботиться о множестве людей, а у вас на это нет времени. И как им работать интересно. Еще раз здравствуйте, уважаемые покупатели. У нас в ломбарде появились новые товары. Ну, давайте сходим за новыми товарами.
Наш алгоритм показывает, что вы заинтересованы в приобретении ракетного ранца. Возможно, мы сможем вам помочь. А где этот? Bet you're looking for Globo, huh? You bet you want to hear him drum, don't you? Yeah, where is he? Да, и где он? Попытаюсь понять, это он подписал контракт с каким-то рекордсом, большую... Ага, в общем, он попал на телешоу, и все это благодаря тебе. Мы все знали, что он станет большой звездой. А вы нашли время, и черт возьми. Черт возьми, это потрясающе. Боже мой, я так рад, что мы можем быть частью, ну знаете, этой истории музыки. Знаешь, нахуй всех посмеется над ними за то, что он пухнул. The next Davy Wilson. Ладно, вообще пофиг. Oh, power slide! Hey, asshole! Come over here right now. Sorry for yelling and calling you. Here's what's up. Вот в чем дело. Меня зовут Стэн, и я продаю флаконы с инопланетной спермой. Это не то, что ты хотел услышать, когда шел сюда. Тебе нужна сперма или что? Подождите. Что за хрень? Вы продаете инопланетную сперму? Я знаю, что это отвратительно, но успокойтесь. Меня зовут Стэн, и я продаю ужасающее количество всякой инопланетной гадости. И нам теперь придется жить с этим знанием. Вместе. Почему вы здесь продаете инопланетную сперму? Неужели для этого нет другого рынка? Я считаю, политикой не спрашивает своих клиентов, зачем им нужны галлоны с инопланетной спермой, которые они у меня покупают. Чем меньше вопросов я задаю о том, что люди делают со всей этой инопланетной спермой, тем лучше. Итак, вы покупаете или нет? Ё-моё. Разве мы похожи на людей, которые хотят купить инопланетную сперму? Конечно, слушай, я совершенно не представляю. Я потрясен на глубины души каждый раз, когда кто-то покупает у меня буквально грузовики инопланетной спермы, но они делают это постоянно, и нет в этом никакой логики и причины. Я совершенно не могу свести это в какую-то определенную демографическую группу. Бабушки, полицейские, кинозвезды, политики, всем нравится моя восхитительная инопланетная сперма. Ко мне приходят все эти типы чудаков и говорят: мне нужно 600 галлонов вашей инопланетной спермы. И я говорю: а не все ли равно, от каких инопланетян она? А они говорят: нет, сэр, действительно не имеет, я просто хочу немного инопланетной спермы. Больше никаких подробностей не нужно, так что вы будете брать? Давайте, я куплю кум, кам, ну понятно, да. Ладно, послушай, мы все обдумали и возьмем немного инопланетной спермы. Посмотрите на себя, ты хочешь немного инопланетной спермы? Ну ладно. Я делаю эту одноразовую акцию, потому что у меня хороший день. Бесплатная инопланетная сперма, возьми немного на дом. Если тебе понравится, просто возвращайся и бери еще. Расскажи обо всем своим друзьям. У Стэна самая лучшая инопланетная сперма. Которую ты когда-либо видел, трогал, пробовал. Да-да-да, все, можно я пойду? Ищешь еще инопланетную сперму, да? Ну извини, у меня сейчас нет инопланетной спермы. Когда мы раскупаем ее раньше времени, мне нужно пополнить запасы, а это не просто, поверь мне. Ну дайте мне немного, и у меня будет еще много, я обещаю. Просто мне нужно время на восстановление. Bounty Hunter, want to do some perfectly legal business? There's my favorite Bounty Hunter! Так, что у меня? Ага, ну давай, искривление кинотеатра. Well, you're hungry. See you later, valued food customer. Угу. У вас есть реактивные ранцы? Реактивный ранец? Да, конечно, я могу помочь. Могу. Ну да.
Отличный выбор, действительно феноменальный выбор. Хорошо, отлично. Так где реактивный ранец? Не так быстро, я должен сделать заказ на эту плохую штуку. Обещаю, через пару дней он будет готов. Кстати, никаких возвратов, покупка окончательная. Блять, черт возьми, ладно, давай просто сообщим Джину новости. Это чашка с мочой. Выпить, посмотреть, облить себя. Все равно, вы сами решаете, как использовать чашку с мочой. Кстати, крышки нет, так что будьте осторожны. Они присылают ее без крышки. Вон, смотрите, сколько товаров уже появилось всяких. И мне ни на что не хватает. А, ну вот на это хватает для связи. Oh, you still here? Oh, are you still looking? I hope you enjoy it. Обновление Джина. Привет, это я, Блор. То если ты когда-нибудь проголодаешься, загляни ко мне и купи в моем магазине несколько совершенно нормальных бургеров. Ух ты. А как туда попасть? Интересно, интересно. Там еще эти болтаются. Ну как, дали реактивный ранец? Да, но он в резерве. Отлично, отличный повод для отдыха. В любом случае, мы все еще ждем данных от Клага. Почему бы вам не лечь в постели, не отоспаться от волнения? Джин прав, это звучит как хорошая идея. Исследуйте, а затем отдохните в своей постели. А что мне исследовать? Пойду в койку, лягу и все. Ты выбрал все украшения? Они милые, знаешь, по крайней мере, я их не ненавижу. А, вот про все вот это, видимо, да. Спокойной ночи, партнер. Я просто буду сидеть здесь и смотреть, как ты засыпаешь. Я очень рад, что мы встретились. Знаешь, я думаю, что это что-то удивительное. Это было бы здорово, если бы мы действительно остановили G3. Простите, я просто в восторге. Я замолчу. Давайте поспим немного. Очень скоро будем путешествовать по всему космосу. Извини, что громко говорю, ты, наверное, пытаешься. Ну, ладно, давай уложим тебя спать. Глабздей какой-то. А, во. Tuesday, Sweepsday. Ну, что-то типа несколько дней мы как раз проспали. Так что мы сейчас пойдем и получим реактивный ранец. Ладно, партнер, давай прокатимся на этом реактивном ранце. Сможешь ли ты преодолеть эту пропасть? Holy shit, this rules! Holy shit! Отлично. Oh, check out that landing, goddamn! Так. Well, I gotta tell you, Gene was right. That is gonna come in handy. It's also fun. You can fly while doing combat. It's a very cool feature that we have here. Да, очень полезная функция для боя, для всего на свете. Let's head back and talk to Gene and see if there's any new bounties. Только что-то не понял, что Ц делает. Fuck!
you just broke my rib. Эй, перестань возиться со своей новой игрушкой. Нет. И у меня есть для тебя новые награды. Thank you for letting me get some beauty sleep in. Yeah. А в смысле? Спасибо, блять. Где-то тут. Где-то тут еще у нас то, что мы не подобрали. Remember before the jetpack, we had to just walk around like assholes? Fuck that shit. При этом он отсюда это не видит. Типа это как будто внизу где-то. Понятно. Ну, давайте тогда домой. Посмотрим, что нам там хочет сказать Джин. Я говорил тебе убираться, здесь такой бардак. Мне нужно, чтобы ты убрался до прихода Твига. О, у тебя важное свидание с твоим мешком Флимборгом. Отвали, Джин, как будто ты вообще когда-нибудь был на свидании. Эй, даже не начинай, сестра, я много знаю о свиданиях. Я перетрахал больше инопланетян, чем твой мозг может постичь. И даже я не хочу прикасаться к твоему парню. Так надоело слушать об этом парне. Да, точно, мой парень такой охренительно горячий, да? Твик, наверное, горячий. Да ладно, вы его даже не видели. Почему ты так отвечаешь? Поверь мне, ты не обязан поддерживать ее только потому, что она член семьи. Этот парень неудачник. Он такой горячий, как... Чего, как... Никаких открытых, скрытых мотивов. Просто убери за собой, господи. Ладно, извините, если я говорю резко. Она портит отношения в группе. У нас тут и так хорошо. Мы весело перебрасываемся фразами из ситкома, пока твой братишка идет и взрывает инопланетных злодеев. Это здорово. Чувак, тебе повезло, что ты вообще живешь с нами. Мне плевать на твою чертову динамику. Я просто говорю, что ты едва знаешь этого парня. Ты уверена, что он тебя вообще привлекает? Большинство инопланетян трахают только с представителями своего вида. А что насчет тебя? Ты только что сказал, что перетрахал практически все виды этой галактики. Да, но я отставший от жизни дегенерат. А у тебя все впереди. Впереди. Что? Нет, слушай, мы все это время жили вместе. Ты мне теперь не безразлична. Ради всего святого, меня зовут Лиззи. Давай, скажи ей, что она мне не безразлична. Простите? Извините, но я не собираюсь позволить этому дегенерату учить меня жизненным решением. То, что я дегенерат, это именно потому, что вы должны позволить мне учить вас жизни. А я лучше других знаю, что надо делать. Да, но ты забеременеешь от этого Твига, а потом мы будем с этим мучиться. Со всеми твоими детьми-мутантами. Да не то, чтобы это имело значение, но я не могу забеременеть. Нет, так работает его вид, они очень легко беременеют. Меня тошнит от этого дерьма. Слушай, я просто не хочу, чтобы Твик думал, что я грязнуля. Что? Да это же так просто. И я совсем не хочу, чтобы ты с ним встречалась. Почему бы мне не свести тебя с моим племянником Гримбликом? У него есть постоянная работа, и да, прежде чем ты... Чего?
Отвали, повзрослей и привыкай к нам с Твигом. Давай, скажи Джину, что я могу встречаться с кем хочу. Да хер с тобой. Спасибо, не то, чтобы я нуждалась в твоем одобрении. Отлично. Я не знал, что у тебя депрессия. То есть, ну, я знал, что ты в депрессии. Просто приберись, Джин, ладно? Простите, что втянулось во все это. В любом случае, ваша небольшая договоренность с Клагом приносит свои плоды. Они прислали нам информацию о двух новых наградах. Так что, если хочешь, приступай. Вы знаете, я ценю, что вы меня прикрываете, но, может, ваша сестра права. Или нет, какая мне разница? Команда Джина, детка. Кто-то книгу откусил. Книга называется «Кошка», Кэт. Эй, вы в порядке? Ты очень сильно на меня набросился во время того спора. Не помню, мы же братья и сестры, верно? И ты и все, что у меня осталось, а Джин кусок... кусок дерьма. О, привет, еще одна девушка в команде. Хорошо, вообще-то я серьезно, я не извлю. Это приятно видеть. Да-да-да, не надо так волноваться, мы даже не одного вида. Я в порядке. Извини, что мы втянули тебя в очередной спор. Кстати, я хочу познакомить тебя с Твигом. Думаю, он тебе понравится. Он очень мил со мной, и он помогает мне чувствовать себя немного нормальнее, хотя его тело не имеет для меня ни малейшего смысла. Он все время пытается водить меня в рестораны, где не подают ничего съедобного для людей. Но нет, он очень милый, так что не беспокойся обо мне. Можешь сосредоточиться на убийствах космической мафии или чем-нибудь таком. Да, дела. Ну, хорошо, на этом тогда предлагаю нам с вами закончить. Продолжим в следующей серии. Благодарю за просмотр. Всем пока.